Приветствую тебя, мой YouTube-зритель. Меня зовут дядя Митя. И я хочу вам рассказать про осень. Этот выпуск получится очень-очень философским. И моим планам не суждено было случиться. Я планировал их на лето. Ведь недаром говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему, что ты будешь делать завтра. Вот такая вот вещь. Поснимать много видео, рассказать вам о будущем. Но, к сожалению, им не суждено было случиться. Я попал в аварию и разбил свой автомобиль. Пролежал 1,5 месяца дома, не выходил, а потом учился заново ходить. Сейчас я хожу в тренажерный зал, и, как видите, я в полном порядке. Так много красок вокруг. Желтый, красный, да много-много-много. Ты себе даже не представляешь, сколько их тут вокруг. И осенью это пора порассуждать. Всего ли ты достиг за это время? Что ты можешь запланировать на будущее? Ну, хотя вы знаете, планировать, конечно, это очень хорошо. Но в данный момент у меня на самом деле получилось все наоборот. Ведь недаром столько поэтов посвятило свои стихи именно этому времени года, а не другому. Ведь летом, что такое лето? Жара, веселье. Весна, это уже у нас получается, наступила как бы до радости. Тоже можно ходить и гулять. А осенью можно посидеть возле камина, порассуждать, что да как. Составить планы на будущее и подумать, а все ли планы ты сделал. Мне не получилось насладиться летом, конечно. Но сейчас я наслаждаюсь каждой минутой осени. Ведь я научился по-новому смотреть на этот мир. Многие люди жалуются, что у них что-то не получается. Или денег нету, или еще какая-то хренотень с ними творится. Так и они обвиняют свою жизнь, что они неудачники. Но я считаю, что, блин, ты ходишь, ты здоровый. Это уже твое счастье, и ты можешь этим гордиться. Ведь я лежал дома, я не мог выйти на улицу. Все мои знакомые наслаждались летом, купались на речках, пили пиво, а я дома прозябал и смотрел «Игру престолов». Это просто крах. И я тоже рассуждал до аварии, что да, я неудачник, у меня не складывается то, что я захотел, но сейчас я понимаю то, что я самый счастливый человек на земле, потому что я понял, как смотреть на этот мир. Совсем надо по-другому. Мое мировоззрение поменялось кардинально. И теперь я не обвиняю то, что у меня что-то не получается. Просто так не получается, да и все. И я не зацикливаюсь на этом. И каждому из вас я советую то же самое. И наслаждаться каждой минутой своей жизни. Потому что как никогда сейчас именно это надо делать. Потому что мы живем. И посмотрите вокруг, как красиво. Ведь недаром столько поэтов посвятило именно этому времени года стихи. И не деньги сделают вас счастливыми. Сегодня они есть, а завтра что-то с вами случилось, и все вокруг от вас отказались. Но кроме родственников, хочу поблагодарить своих родственников. Маму, сестру, брата двоюродного Борю и всех своих родственников, которые за меня переживали. Также брата Илюху, который за меня ходил в церковь. Я точно знаю это. Не забывайте на меня там внизу подписываться. Всем спасибо и пока.